Чувашская филармония готова встретить первых зрителей после затянувшегося ремонта. 4 года реконструкции, неоднократные смены подрядчиков, скитания артистов по чужим сценам, наконец, позади. Перемен как снаружи, так и внутри много. Первыми их увидели журналисты. Что ждет посетителей и чем их собираются удивлять в обновленном здании, расскажет Наталья Егорова. Возвращение артистов в родные стены сильно затянулось. Не терпится и зрителям увидеть перемены. Зато с первых минут в обновленной филармонии становится понятно – ожидание того стоило. Теперь про бывший дом политпросвещения уже никто не скажет, что здание не приспособлено под концерты и репетиции. Техническое оснащение самое современное. Здание реконструировано по современным требованиям и нормам безопасности. Пришлось укреплять ригеля, заново здесь создавать пожарную сигнализацию, систему пожаротушения, вентиляции, дымоудаления. И вот наше здание, даже по мнению Министерства культуры России, это первое здание, которое построено в России единственным по всем современным нормам. Реконструкция началась в 2017 году после включения объекта в федеральную программу «Культура». Сейчас у филармонии появляются новые возможности, о каких раньше можно было только мечтать. Появилась своя собственная студия видеозаписи. Теперь все значимые выступления можно будет фиксировать для истории. Еще одно приобретение – новейшая студия звукозаписи. Уникальность этой студии заключается в том, что она может здесь записывать сразу 40 каналов. 40 каналов – это значит 40 микрофонов одновременного звучания. Мы можем записать. Есть для записи и симфонической музыки, и ансамбли мы сможем записывать, но и, конечно, солистов. То есть всю эту современную эстраду мы тоже сможем записывать в нашей студии. Также есть возможность в зале, допустим, проводить трансляции концертов в интернет. Наконец, у артистов появился просторный репетиционный зал. Большинство музыкальных инструментов новые, закуплены недавно. Специальное звукопоглощающее покрытие стен позволяет проводить репетиции сразу нескольким коллективам, не мешая друг другу. И самое главное – большой зал. Теперь он способен вместить более 600 человек. Тут появился балкон, сцена стала шире на 6 метров. И технические возможности для выступлений стали разнообразнее. Мы находимся под самой сценой, как раз слышны звуки репетиции. Здесь оборудовали специальный подъемник для эффектного появления или же наоборот исчезновения артистов. А еще здесь ждет распаковки новенький рояль «Ямаха» за 14 миллионов рублей. Благодаря его приобретению сцена филармонии сможет наконец принимать музыкантов мирового уровня. А пока она принадлежит местным артистам. Самую современную акустическую систему в зале уже испытал городской концертно-духовой оркестр. 16 декабря музыканты выступят с программой, посвященной 25-летию коллектива. Очень по-новому оборудовали, по-современному, и технически, и акустически. Нам это очень нравится. Во время репетиции мы успели это оценить. Надеюсь, что на концерты будет еще лучше, когда зрители придут. Правда, честь первыми встретиться со зрителями, а будет это 15 декабря, отдали Академической симфонической капелле под управлением Мариса Яклашкина. Музыканты и дадут старт всем дальнейшим выступлениям. А ждут зрителей уже в ближайшее время 18 декабря бас-баритон из США Дмитрий Рибера, 20 декабря знаменитый виолончелист Борис Андрианов. Наталья Егорова, Святослав Петров, Вести Чувашия.